Так называемой пленке номер 3 имеется кадр раненого мужчины, неизвестного мужчины, не похожего ни на одного из погибших участников группы Дятлова. В авторитетных изданиях, а также в среде множества блогеров, широкую популярность набрало фото неизвестной девушки, находящейся где-то посреди леса со злым, напряженным выражением лица. На почве данных визуальных доказательств были сделаны умопомрачительные выводы о том, что это случайно по оплошности КГБ и прокуроров, попавшие на пленки группы Дятлова, участники некой второй погибшей группы, погибшей в то же время, что и группа Дятлова, только на горе Атартен. Кто эти люди на самом деле? Возможно, эти выводы не так уж и беспочвены. Возможно, с их помощью удастся выяснить причину гибели группы Дятлова. Поражают безапелляционным полетом своих мысленных скакунов не только писатели, вырывающие из контекста фразы исторических документов, располагая последние в своих научно-исторических очерках в удобном для них версионном формате, но и люди, называющие себя блогерами. Некоторые уже стали не просто блогерами, а пописывающими этакими благописами, имеющими неограниченный полет конспирологической, фантастической мысли. Поразителен не только полет этой художественной мысли, но и само предположение о существовании какой-то второй группы, гибель которой была тщательно сокрыта спецслужбами и прокуратурой. Да так тщательно, что медиа-медсестры все видели и даже пересчитали засекреченные трупы. И есть в этом всем одна загвоздка. Прокуратура не смогла сокрыть гибель одной группы туристов, сокрыть гибель двух групп. Как минимум 15 человек в общем точно бы не удалось. Подкинул вариант для конспирологов со второй группой. Можно говорить, что вторая группа была сформирована из детдомовцев, из воспитанников интерната КГБ, потому их никто и не искал. Отличный сюжет для любителей заговорческой, исторической, в кавычках, как беллетристики, жанра нон-фикшн, с гипервкраплением вымысла. Думаю, спрос будет. Вернемся к реальности, к анализу снимков с изображением тайных участников группы, погибшей на горе Атартен. По утверждению многих благописцев, топоним Атартен появился на обложке уголовного дела именно благодаря гибели второй группы на этой горе. Итак, пленка номер 3. Негатив пленки. Кадр с раненым мужчиной следует либо перед, либо после кадра сидящих туристов у одного из как минимум 4 костровищ в лагере новогоднего похода. На данный кадр попала Людмила Дубинина. Рядом сидит человек, явно улыбающийся. Смотрят все трое в одно место, проведя логическую линию вправо, то есть на правый кадр пленки. Нетрудно догадаться, что у этих деревьев сидят люди, среди которых находится человек с перебинтованной головой.
позади которого видны лица двух улыбающихся девушек. Сам раненый, как можно понять, также улыбается. Отсутствует в его глазах ужас и боль на его лице. На лице видны очки округлой формы оправы, без дужек. Очевидно, при получении травмы очки были уничтожены. Веселит изящный узелок повязки. Вероятно, травма произошла нелепо, и над этим парнем ребята по-доброму подшучивали. Снимки были сделаны в наступающих сумерках, потому оба имеют такое плохое качество. На заднем фоне обоих снимков видны лучи закатного солнца. Следующий кадр не получился. Видимо, света уже не хватало. Кто же этот секретный детдомовец КГБшного интерната? Имени и фамилии мне установить не удалось, но парень в очках с округлой оправой попал на кадры общих фотографий. Вот он. Пухленькая девушка в очках, находящаяся за раненым, также попала на снимки из того похода. Вот она на другом общем снимке. То есть этот снимок никакого отношения к походу группы Дятлова третьей декады января 59 года не имеет. Он сделан в походе на станцию «Бойцы». Раненый человек имеет вполне конкретное лицо. Господа Бартоломей, Карелин, Сагрин должны, вероятно, знать, кто этот человек. Но это явно не воспитанник интерната КГБ. Приступим к рассмотрению незнакомки. Ну как незнакомки? Для кого-то это незнакомка. А вот для нас, друзья, эта загадка будет решена. Не полностью, конечно, ибо мои возможности не безграничны. Это участница группы Дятлова похода 1957 года. Вот она с участниками того похода. На этих двух снимках она также присутствует. Снимок группы, очевидно, в городе Серов во время похода. Снимок во время передышки на маршруте. Ну и два сравнительных снимка. Даже шапочка та же. Кто же эта незнакомка? В тот поход выходили, согласно списка состава группы, 5 девушек. Ощепкова Нина, Русских Лилия, Калмогорова Зинаида, Григорьева Лидия, Митрофанова Маргарита. Кто из них кто, выяснить у меня нет возможности. Калмогорова Зинаида, это понятно. А вот имя этой девушки. Нина, Лилия, Лидия, Маргарита. Какое-то из них. Выяснено самое главное. Это то, что данная девушка не погибла в январе 59 года и не была секретным участником некой мифической второй группы, случайно попавшей в кадр. Этот снимок по ошибке был переснят монтажником пленок дятловцев и также случайно был залит в сеть, как якобы снимок, имевший отношение к группе Дятлова. Эта девушка имела отношение к походу под руководством Игоря Дятлова только в 57 году. В итоге складывается следующая картина. Эти двое человек были слишком известны в туристской среде, и их смерть не осталась бы незамеченной туристами спортклуба УПИ, либо того клуба, в котором она состояла.
Данные снимки – ничего, кроме понимания объема фантастической мысли, ее масштаба, не дают никаких ответов. Конечно же, человек на фото с перебинтованной головой, находящийся, со слов какого-то хранителя, на пленке, принадлежавшей погибшей группе, вызывает в некоторых незабинтованных головах буйство красочных фантазий. Автором конспирологии и дегтяревщины могу подкинуть снимок мертвого Золотарева под деревом с рассеченным лбом в неестественной позе, вокруг которого вихрем кружит злой дух Ямбуя. Дорогие друзья, маму обследовали и назначили операцию на ноябрь месяц. Врачи сказали, что мы успели вовремя. Еще одна хорошая новость. Мне вернули монетизацию и $70 вроде тоже. 25 числа посмотрим. С вашей помощью, друзья, погасил половину кредита. $20, 1200 рублей не хватило, чтобы закрыть платеж полностью. Извините, что не отвечаю на комментарии. Опять сижу без интернета. Огромное спасибо, друзья, за помощь. Благодарю всех за просмотры, лайки, комментарии. Если у кого-то из вас, друзья, есть возможность помочь, буду вам искренне благодарен. Всем желаю всего доброго, самого наилучшего.